Таня заняла деньги у любовника и купила гараж. Оформила на брата и сдает в аренду мужу. Крутится женщина как может. Ты что, на дачу грядки приехал копать? Давай нажремся. Бабушка, прекрати, пожалуйста. Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах. Но ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные. Мы столько бокалов и рюмок подняли за любовь, что, кажется, пропили ее нафиг. Мам, а человека разве можно ругать за то, чего он не делал? Нет, конечно, нельзя. В общем, уроки я не сделала. Увидела в аптеке пластырь для сна. Написано, что он способствует улучшению сна и быстрому засыпанию. И всего-то нужно прилепить на лоб. Прикинь, орет муж на тебя, а ты хресь пластырь ему на лоб. И все, всем спать. В Англии в 30-градусную жару все люди обливаются холодной водой прямо на улице. В Америке в 35 уже теряют сознание от жары. И только в России в 40 окучивают картошку и косят траву. Не до конца выпитое спиртное говорит о нездоровой атмосфере в коллективе. А как вы лечите депрессию? Она у меня не болеет. Мой вес как хвост ящерицы. Я его теряю, а он заново растет. Сегодня дала 25 рублей алкашу на похмел. Столько пожеланий, я даже на свою днюху не слышала. Что за манера у мужиков нам все портить? Я целый день ждала, пока он позвонит, чтобы не взять трубку. А он СМС прислал.